жук-олень. Знаком ли он вам? Это самый крупный жук в Европе. И вот эти рога – это нижняя челюсть, измененная, и называется мандибулы. У нас по вечерам летает очень много таких жуков. Высота их полета где-то 2,5 метра, до 3 они даже не поднимаются, и много их, у них сейчас брачный период. И вот перед вами самочка. Дело в том, что я случайно нашла их, здесь они попали в западню, это уличная раковина, и не могут они выкарабкаться. Смотрите, сцена драки, это дерутся 2 самца, один помоложе, другой постарше. Хотя и находятся в неволе, но все равно они дерутся. Самочка довольно крупная. У самочки меньше рога. В начале фильма вы видели большого жука-оленя, довольно крупный, где-то 9 сантиметров. Прекрасный образец. Они случайно попадают в западню. Первый попал в ванну с водой, эти попали в раковину, а вообще они ведут ночной образ жизни. И кажутся они страшными. Но рога эти только для защиты. Они довольно красивы, но посмотрите, в разные стороны расходятся усики, антенны. Он ими улавливает все вибрации. А вот на этих лапках находятся такие крючочки, как рыболовные. И он сильно цепляется этими лапками за все преграды. Все, разбегаются кто куда. Этот в одну сторону, а самочка притворилась мертвой. Видите? Это надо только ее немножко пошевелить, а она сама начинает шевелиться. Сейчас вот подходит, видите, сцена. Самец, ну, самец маленький. Так. И вот тоже в стойку, сразу же в стойку. Так зачем же ты дерешься-то, а? Надо ей помочь. Надо помочь перевернуться. Помогла ей перевернуться. И опять замерла. Опять замерла и делает вид, что она не живая. Я не уверена, что многие видели жуков-оленей. Это весьма интересные экземпляры. И в первых кадрах вы видели, что они довольно крупные, эти красивые самцы с их рогами. Все, отправляются каждый по своим делам. Они спасены, и ничего им больше не угрожает.